это набор «Малахит». Это новинка нашего сегодняшнего прямого эфира. Это действительно огромная радость, потому что мы знаем, как вы цените, так скажем, натуральные минералы, как вы цените камни, как вы цените саму силу природы. И нам очень приятно, что сегодня набор под названием «Малахит» выполнен именно из прессованного малахита. 2700 рублей – это выгода, если вы делаете заказ прямо сейчас, а 1290 рублей – это та смешная цена, которая сегодня установлена в рамках этого часа. На самом деле это действительно уникальная возможность, потому что в магазинах обычно таких украшений в принципе найти практически нельзя. Здесь же мы видим вот такой вот прессованный малахит. И мне очень нравится, что сами вот эти полосочки, да, так скажем, а это полосчатый минерал вообще в принципе по природе своей, поэтому его обычно именно шлифуют, его не гранят, потому что полоски, если гранить, резкие грани, они могут отслоить полоски. А здесь мы видим вот именно спрессованность, мы видим здесь плотность, и мы видим здесь сохранение того природного рисунка, да, как это замысливалось. Это очень здорово, это очень ценно. Опять мы видим эти зеленые оттенки от насыщенного, очень глубокого изумрудного оттенка, прям такой наливной, до более светлых оттенков. И точно так же наш зеленый цвет, он практически в черные полосы переходит. Он настолько мощный, этот камень, если говорить о малахите. Притом, обратите внимание, вот такой вощеный шнур у нас здесь идет между каждой из бусин, для того, чтобы не соприкасались они между собой, не бились, а сохраняя свою целостность. Вот этот просто мой любимчик. Посмотрите, какой он красивый. Каждая бусина, она сама по себе уникальна, она неповторима. Малахит, напомню, это один из самых сильных камней. И, естественно, когда мы хотим избавиться от какой-то боли, а мы знаем, что каждый камень, он несет в себе какую-то энергетику, прессованный малахит не исключение. И говорят, что он способен даже излечить головную боль. Вот, кстати, 50 человек уже точно это оценило, потому что продано за эти мгновения 50 наборов. Так вот, обратите внимание, что в данном случае, опять, если, например, у вас болит голова, вы можете приложить, например, браслет к вискам, да, на некоторое время боль утихнет. Вы можете использовать его, вот, это элитотерапевты говорят, это же действительно подтвержденный факт. Вот мы можем, например, заболела голова, поперекладывали немножко. Если у вас заболело горло, можно горлу приложить. Ну и недаром говорят, что, вот, например, браслет сейчас надену на руку. Кстати, браслет у нас безразмерный. Он у нас идет на эластичной такой ленте. Недаром говорят, что нося на определенной руке, на правой или на левой, вы можете стабилизировать либо работу сердца, да, почему бы и нет, либо же можете носить на правой руке и таким образом нормализовать кровяное давление, как говорят литотерапевты, опять-таки. 100 продано, 100 комплектов. Кстати, если говорить о том, что, ну, например, вы боитесь делать дистанционную покупку, ну, не знаете вы, да, как там, не хотите рисковать, то вот как раз набор малахит беспроигрышный вариант, потому что посадка браслета у нас идет за счет эластичной ленты, он абсолютно на любое запястье подойдет. Если вы в подарок выбираете, да, пожалуйста, вы не прогадаете, выбирайте. Ну и колье оптимальной длины, что нужно, вот абсолютно к любому гардеробу, абсолютно к любому цветотипу внешности. Длина колье у нас 50 сантиметров, это длина чуть-чуть подлиннее длины чокер, соответственно, средний камушек находится чуть ниже линии наших ключиц. Смотрится очень здорово. И с открытой зоной декольте, и с закрытым, и даже с обычной какой-то водолазкой любого оттенка. Вот зачастую очень многие недооценивают, так скажем, аксессуары, а этого не стоит делать, потому что даже самый элементарный, самый скромный наряд может заиграть, когда у вас правильное украшение подобрано. Малахит, конечно же, говорят, еще и выступает очень сильным оберегом для детей, поэтому вот если вы приобретаете, например, украшение для себя, просто можете хранить его иногда в детской комнате, для того, чтобы сгустки негативной энергии уходили из вашего дома, для того, чтобы ваш ребенок становился более спокойным и послушным, говорят, достаточно просто в доме держать малахитовое украшение. В данном случае мы говорим о прессованном малахите, который выглядит просто потрясающим образом. Глубокие зеленые оттенки, фантастическая шлифовка, гладкость камня, премиум сегмента коллекции сегодня представлены. И очень приятно, что на цене это никак не сказалось, ведь мы работаем напрямую с поставщиками и производителями, и ниже цен просто нет. Ниже цен вы не найдете, даже не ищите, дешевле только даром. Мы же оставляем вам 2700 рублей, потому что у нас нет накруток, нет наценок. В других магазинах эти 2700 приплюсовали бы к цене, и была бы цена в 4000 почти. Мы работаем иначе, у нас нет наценок, поэтому есть цена закупки 1290 рублей, по вам, мы вам ее и оставили. Все.
по вашим желаниям. Кстати, у нас время совсем-совсем закончилось, но поскольку очень много звонков поступает в наш колл-центр, было решено добавить еще буквально 30 секунд на принятие решения. Дорогие друзья, действительно, это беспроигрышный вариант. Прессованный малахит, который обладает мощной энергетикой, который охраняет весь ваш дом, способен создать заряд оптимизма, бодрости, потому что это самый жизнерадостный камень. И осталось таких предложений только 22 на всю нашу Россию. Номер лота 62-435.